Комплексного благоустройства двора возле 34-го дома на Новосадовой не было около 40 лет. Долгожданный ремонт здесь сделали в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Обновили дорожное покрытие и тротуары, оборудовали аккуратные газоны с ограждением, установили новые бордюры, уличное освещение, соорудили спортивную площадку. Особенно местным жителям не хватало парковок. Появились и они. Люди рассказывают, после того, как двор привели в порядок, здесь стало гораздо меньше грязи и пыли. У нас очень хорошо сейчас это выглядит, все подъезды, выходы из подъездов, подход вот даже к мусору, сборникам, потому что женщины плакали, здесь стояли лужи, грязь, грязи нет, теперь убирается все. Если возьмем 38-й дом, тоже большой парковочный карман на месте пустыря, то есть там пустующее место было, куда в любом случае заезжали машины, и там была всегда грязь, эта грязь развозилась по дворовой территории. Там сделан тоже благоустроенный парковочный карман с освещением. Благоустройство дворов и внутриквартальных проездов ведется по всему городу. Работы под пристальным вниманием городских и областных властей. На улице Мичурина ремонт стартовал в начале августа. Здесь уже установили новый бортовой камень. Сейчас меняют асфальт, обновляют дорожки для пешеходов, оборудуют парковки. Всего подрядчик приведет в порядок территорию в 2000 квадратных метров. Работа уже выполнена наполовину. Все замечания и пожелания жителей учитывают. Контроль многоступенчатый, начиная от начала работы, это установки бортового камня, заканчивая на финальной стадии. Это устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров. Гарантия на ремонт внутриквартальных территорий 5 лет. В этот период подрядчик за свой счет будет устранять все дефекты. Специалисты приезжают, там каждый год проверяют, допустим, асфальтобетонное покрытие, в каком состоянии борт находится. Согласно этому, если есть какие-то дефекты, поступает предписание на генподрядную организацию, и мы выезжаем уже и устраняем эти дефекты. Рабочие идут строго по графику. Ремонт двора на Мичурина планируют закончить до 25 августа. В этом году на ремонт внутриквартальных территорий в Самаре выделили около 180 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок 62 дороги. На 29 из них ремонт уже завершился, на остальных объектах продолжается. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».